Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы начинаем изучение послания к римлянам первоверховного апостола Павла. Это послание является ключевым посланием среди 14 посланий апостола Павла. Считается, что первые христиане появились в Риме после Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. И среди паломников в Иерусалиме были латиняне, которые услышали проповедь Евангелия и, вернувшись в Рим, начали распространять там эту веру. Апостол Петр проповедовал в Риме. Апостол Павел стремился тоже посетить тогдашнюю столицу мира. И он в преддверии посещения Рима написал это послание, в котором даже как-то извиняется в конце послания, что он понимает, что там уже проповедь идет, и он не хочет созидать на чужом основании, но он тоже хочет поделиться Словом Божиим с христианами этого, как тогда говорили, вечного города. Итак, послание к римлянам святого первоверховного апостола Павла. Оно начинается словами: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Сначала здесь апостол представляется и называет свое имя, так как это было принято в те времена. Потом он устанавливает свой статус. Он говорит, что он раб Иисуса Христа. В те времена очень много означало, чей человек раб. Если он раб простого человека, это одно. Если он раб сенатора, губернатора или тем более императора, это совсем другое. Павел говорит с достоинством, что он раб Бога, человека Христа Иисуса. В Библии сказано: кто кем побежден, тот тому и раб. Человек или является рабом дьявола, будучи побежден грехами, или свободный от власти греха, будучи рабом Господним, ибо раб Божий свободен от страха смерти, от власти дьявола и от силы греха. Рабство Богу делает нас по-настоящему свободными. В то же время мы знаем, что сам Христос называл апостолов друзьями. Поэтому, когда Павел пишет в этом послании, что он раб Иисуса Христа, скорее всего, он имеет в виду то, что он на службе у Иисуса Христа, и как рабы трепетно относятся к приказаниям своих господ, так и он трепетно исполняет волю Иисуса Христа. А в чем она заключается, мы увидим далее. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях. То есть его служение благовествовать, то есть евангелизировать этот мир. Благовестие Божие – это радостная весть от Бога о том, что отныне, независимо от наших добрых и злых дел, в этот мир является спасение во Христе и со Христом, даром и по благодати.
И здесь апостол Павел подчеркивает, что это благовестие, оно началось еще в ветхозаветные времена, когда через пророков Бог говорил о пришествии своего Сына в этот мир. Так что одного из пророков, например, Исаию, иногда называют пятым евангелистом. О чем же говорили эти святые писания? Третий стих апостол пишет: «О Сыне Своем», то есть Бог говорил через пророков в этих писаниях, «О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». То есть он родился как потомок Давида в городе Давида в Вифлееме, но он открылся по Духу Святыни как Сын Божий. То есть подлинное происхождение Христа, оно не сразу и не всем было открыто, но особенно оно раскрылось через воскресение из мертвых Христа Спасителя нашего, потому что смерть не могла удержать в своих объятиях того, который сам есть сущий, то есть самодостаточный, через которого, то есть через Иисуса Христа, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Вот здесь апостол Павел открывает очень интересную тайну. Оказывается, благодать и апостольство мы получили не только для того, чтобы спасаться этой благодатью, преодолевать грехи, приближаться к обожению, но чтобы покорять вере все народы, между которыми мы и находимся. Мы призваны Иисусом Христом, как и апостол призван проповедовать, так и мы призываемся к тому, чтобы покорять вере народы. Не каждый из нас это может делать силой слова убеждения, но своими добрыми поступками, праведными деяниями мы можем свидетельствовать о Христе, как Он и Сам говорил: «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Обозначив свой статус, характер своей миссии, он говорит об адресате: «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Он обращается к римским христианам как к возлюбленным Божьим и святым. Таковыми и являются все верующие в Иисуса Христа, крещенные и миропомазанные люди по благодати, не по нашим заслугам, но по благодати Божией. И, наверное, вы замечаете, что когда святое причастие в храме предлагается нам, оно предлагается со словами «Святая святым». А то, что мы возлюбленные Божьи, Господь доказал тем, что отдал Сына Своего Единородного в жертву за наши грехи и наши преступления. И главная тема этого послания к римлянам – это тема о законе и благодати. А как мы знаем, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Павел продолжает: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша
возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Христиане всегда тянутся к другим христианам. И сейчас, во времена онлайна, когда общаемся чаще через телефон, через интернет, нам не хватает личного общения, нам не хватает посмотреть в глаза друг другу, пожать руку друг другу, приветствовать братьев и сестер лобзанием святых. Может быть, Господь так сделал, потому что мы не ценили ту свободу в общении, которую мы имели. Поэтому будем дорожить хотя бы тем, что для нас остается. И те беседы, которые проводятся на библейском портале «Экзегет», они как раз имеют целью в том числе и восполнить тот дефицит общения, который возник из-за коронавируса. Павел хочет прийти к римским христианам и утешиться вместе с ними общей верою. И я думаю, с этой же целью вы включаете трансляцию «Экзегета», чтобы утешиться общей верою с теми, которые трудятся здесь, на библейском портале, и с теми, которые сохраняют веру по своим домам. И если раньше Евангелие чаще проповедовалось только в церкви Самвона, Господь сделал так, что сейчас изучение Евангелия становится повсеместным в домашних церквах наших, как называются семьи христиан в Библии. Мы молимся вместе, мы вместе изучаем Священное Писание. Так и хочется вспомнить слова блаженного Августина, который говорил: «Бог никогда не попустил бы зла, не имея намерения само зло обратить в добро». Далее апостол Павел пишет: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Что это за препятствия? Ему надо было проповедовать на всяком месте, где он оказывался. Поэтому он и пишет далее: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Рим – это столица империи. Рим – это вечный город в понимании античных людей того времени. Рим был окружен цепью дорог, которые связывали Рим со всей империей. Эти римские дороги, они сохраняются до сих пор. Вот эти каменные булыжники, им более 2000 лет, и они сохраняются до сих пор. Римляне создавали эти дороги, чтобы быстро перемещались легионы римские, но Господь рассудил иначе. Именно по этим дорогам апостолы разносили благую весть Святого
Евангелия. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Немножко непонятно, зачем вообще он касается этого вопроса, что он не стыдится благовествования Христова. Возможно, до него доходили какие-то слухи о том, что некоторые римские христиане, скажем так, не все римские христиане готовы открыто проповедовать свою веру. Как и в окружении Христа были тайные ученики, так и в христианском Риме могли быть робкие христиане. И поэтому он говорит как бы уклончиво, никого не обвиняя, но подтекст чувствуется в этих словах. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Он как бы говорит, и вы не стыдитесь. Итак, благовествование Христова есть сила Божия ко спасению всякого верующего. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Чтобы нам лучше понять смысл слова «иудей» и смысл слова «эллин», давайте в некотором случае мы будем под словом «иудей» понимать просто верующего человека. А под словом «эллин», скажем так, неверующий человек или человек, который сомневается. Дело в том, что в этом послании к римлянам апостол Павел настаивает на том, что, давайте мы посмотрим эти его слова, он пишет, это 2 глава, 28-29 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». То есть в его понимании иудей, а это слово означает прославляющий Бога, это не тот, кто внешне, вот чисто этнически имеет отношение вот, к еврейскому народу, потомок Авраама, Исаака, Иакова. Нет, это внутреннее состояние, когда потребность прославления Бога, прославления Творца, она соединяется с желанием свидетельствовать о Нем через свидетельство о Сыне Его. Ибо никто не приходит к Отцу, как только через Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. А эллины-язычники иногда в тексте Нового Завета они называются безбожниками в мире, то есть неверующими, живущими в этом мире. Таким образом, нам лучше будет понятна ситуация, потому что не всякий раз, говоря «иудей», Павел имеет в виду не христиан, а именно иудеев, которые не уверовали во Христа. И не всякий раз, говоря «эллин», он имеет в виду только язычников. В нем, то есть во Христе, открывается правда Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. То есть в благовествовании о Христе, в котором есть сила Божия, раскрывается пред очами слушающих это
благовествование – правда Божия, от веры в веру, то есть наблюдается рост веры, как написано, праведный верою жив будет. Что могут означать эти слова из пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих, «Праведный верою жив будет». Они означают, что человеку совершенно недостаточно собственных заслуг для того, чтобы войти в жизнь вечную, потому что это несоизмеримые вещи, временное и вечное, земное и небесное, тленное и нетленное, человеческое и божественное. И далее. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Итак, здесь апостол Павел свидетельствует о том, что гнев Божий открывается. И сейчас, когда мы слышим вот эти ужасные новости по поводу ковида, как будто апокалиптический белый всадник смерти уже проносится по планете, когда мы слышим о военных конфликтах, о том, как махинации всякие поглощают мир политики, как люди становятся нищими, никто не уверен в завтрашнем дне. И действительно создается впечатление, что гнев Божий открывается. И надо сказать, что каждое поколение грешников переживает нечто подобное. То есть в каждом поколении бывает свой личностный апокалипсис, который не отменяет исторического апокалипсиса, который неизбежно придет на всю Вселенную. Гнев Божий открывается на всякое нечестие, то есть на всякую нечистоту, то, что связано со скверными поступками, на всякую неправду человеков, подавляющую истину неправдою. О чем это? Человек может ошибаться, у него могут быть неправильные представления. То есть неправда может жить в человеке. Но если при этом он борется с истиной, он именно подавляет истину неправдою, то он заслуживает наказания. Потому что это деятельное заблуждение, которое он навязывает всем, противостоя истине. А истина, как мы знаем из Библии, это не что, а кто. Как Господь говорил, что Он есть истина. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». О чем это? Мы можем знать о Боге только то, что Он нам открывает. Поэтому и сказано, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». То есть то, что им явлено, это только приоткрытие этой тайны Божества. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». То есть люди все-таки познают Бога через рассматривание творений видимых, так что они безответны. В каком смысле они безответны? Они не могут сказать, что это возникло все само по себе. А они не могут отрицать, что у этого мира есть хозяин, художник, который сотворил весь этот мир. Но при этом они не могут объяснить, кто он на самом деле. Но как они, познав Бога, кто они? Античные язычники, грешники.
на которых открывается гнев Божий. Как они могли познать Бога? Иоанн Дамаскин пишет, что вера в Творца, она всеяна во всех человеков. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Эти люди должны были четко уяснить, что если у мира есть Творец, то Творец над этим миром. Он не может являться частью собственного творения. И когда на место Бога они ставили культ императора, человека или какого-нибудь животного, какой-нибудь птицы, какого-нибудь вымышленного существа, там, кентавра или что-то еще, они совершали явное безумие. И это было неугодно Богу. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Что значит «предал их Бог»? В похотях сердец их нечистоте. То есть оставил их с этими их заблуждениями, чтобы они увидели бы, что из этого получится, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Когда кто-то заменяет служение Творцу служением тварью, это страшное преступление. В римском мире был культ гения императора, когда в честь еще живого императора могли ставить храм, посвященный его гению. И там приносились жертвы, воскурялись благовония, совершались обряды перед статуей этого еще живого человека. Но что такое человек, дыхание которого в ноздрях его? Сегодня жив, а завтра нет. Поэтому только Творец благословен абсолютным благословением. И вот за то, что они заменили истину Божью ложью, и более того, как мы выше прочитали, они стали бороться с правдою, насаждая неправду, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки, потому предал их Бог постыдным страстям, то есть оставил их в этом их собственном безумии, чтобы они увидели, к чему все это приведет. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. А в книге Светония, которая называется «Жизнь 12 Цезарей», говорится о том, что только один из 12 Цезарей не был гомосексуалистом. Все остальные, они погрязли в подобных пороках. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот в каком случае непотребство может обнаружиться в нашей жизни, если мы не будем заботиться иметь Бога в разуме.
Что значит заботиться или не заботиться иметь Бога в разуме? Тот человек, который заботится иметь Бога в разуме, как сказано, но в законе Господа, в воле Его и о законе Его он размышляет день и ночь. И в противоположность этому нечестивые оставляют закон Божий, и каждый ходит тем путем, который для себя избрал. И каждый делает то, что в его глазах считается лучшим, и в мире воцаряется хаос. «То предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды». Далее перечисляются преступления этих людей, то, что является неправдой в глазах Бога. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравие, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивые. А почему это называется всякой неправдой? Потому что эти грехи противостоят добродетелям. Так блуд противостоит целомудрию, лукавство противостоит искренности, корыстолюбие противостоит меценатству, злоба – добродушию и так далее, и так далее. Поэтому, совершая такие преступления, они совершают их в том числе и против той правды, которая раскрывается для нас через заповеди Бога, и которые мы должны воспринимать эти заповеди как Господне руководство к действию. И данная глава оканчивается словами: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Здесь возникает вопрос, а откуда они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти? Потому что даже по светским законам из перечисленных вот этих преступлений многие подлежали по римскому праву смертной казни. Ибо Бог свой закон вложил в сердца людей, о чем говорится в следующей главе, о том, что этот закон буквально всеян в сердца всех людей, в том числе язычников. И они могут не знать Писания, они могут не знать заповедей Божьих, но тот нравственный закон, который всеян в каждого человека, те табу, запреты, которые существуют в каждом обществе, без которых общество разваливается, все это известно всем. И люди знают, что когда они начинают вносить в мир хаос безнравственности, мир начинает разрушаться. Ибо любой грех, как я часто говорю, он суицидален, и он несет в себе семена саморазрушения личности, и через саморазрушение личности саморазрушение общества. Цивилизация прекращает свое существование. И водворяется варварство, гедонизма и вседозволие. Итак, сегодня, братья и сестры, досточтимые отцы, мы сделали обзор первой главы послания к римлянам первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать следующую главу этого удивительного послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет»,
чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя.